Приветствуем вас на канале Toffee Shop. Сегодня мы расскажем вам о создании интересного и актуального дизайна под названием градиент. Такой дизайн продолжает набирать популярность в мире красоты и моды. Большинство мастеров часто экспериментируют и наносят градиент разными способами и инструментами. Предлагаем посмотреть на простоту и оригинальность разных способов. Нам понадобится гель-лак Toffee Profi светло-салатовый номер 182 и темно-салатовый Toffee Profi номер 191. Сначала наносим светлый оттенок на типсу или ноготь, покрываем половину ложи. Затем берем темный цвет и закрашиваем вторую часть. Для создания эффекта градиента берем снова светлый цвет и кисточкой растягиваем до начала ногтя до темно-зеленого, стирая стык двух цветов. Так повторяем до тех пор, пока не получится желаемый результат. Просушиваем готовый дизайн в лампе. Потом перекрываем типсу топом Toffee Profi. Снова просушиваем и снимаем липкий слой. Для следующего дизайна берем белый гель-лак Toffee Profi номер 1 и покрываем типсу в два слоя. После каждого нанесения просушиваем в лампе. Далее берем гель-лак розовый Toffee Profi номер 208. Для начала наносим его в небольшом количестве на палитру для лаков. Макаем в него губкой для нейл-арта ногтей и наносим на половину типсы маленькими точечными движениями. После нанесения дизайна просушиваем в лампе. Потом перекрываем типсу топом Toffee Profi. Снова просушиваем и снимаем липкий слой. Для создания вертикального градиента используем бежевый гель-лак Toffee Profi номер 167. Покрываем типсу гель-лаком. Второй гель-лак мы выбираем Toffee Profi номер 164 голубого цвета. Наносим его на половину типсы в вертикальном положении. Бежевым гель-лаком стираем четкий контур между цветами. Просушиваем в лампе. Далее берем топ Toffee Profi и перекрываем наш дизайн. В завершение снимаем липкий слой обезжиривающим средством. Наносим черный гель-лак Toffee Profi номер 108 на типсу в два слоя. После каждого нанесения просушиваем в лампе. Наносим немного черного и белого гель-лака на палитру для лаков и кистью для градиентного маникюра макаем в два цвета. Затем точечными движениями наносим получившийся цвет на половину типсы. Повторяем действие несколько раз до получения желаемого результата. Просушиваем в лампе. Дизайн готов! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас вы найдете много интересного и полезного контента. Задавайте свои вопросы о технике градиента в комментариях. До скорой встречи!